Добрый день. Продолжаем хронику спецоперации. Ашан Капитолий, Москва. 17 марта. Отдел женских прокладок с крылышками и тампонов. Вот. Подвезли какие-то тампоны. Это салфетки влажные. Вот есть нормальные тампоны каждый день. Обнадеживающая надпись. Кстати, там насчет сахара, он уже третий день в пути. Ура! Весна наступила! А значит, что пришло время новых... Так что белые придется не надевать. И обтягивающее не носить. Ну ничего, русские женщины и коня на скаку остановят и в горящую избу зайдут и без прокладок кое-как обойдутся. Спасибо за внимание.